И в завершении выпуска о спорте. В Индии завершилось первенство мира среди школьников по тхэквондо, карате, дзюдо и спортивной борьбе. Представители школы якутской борьбы Александр Авелов в весовой категории до 42 килограммов выиграл золотую медаль, а Харисхал Григорьев в весе до 46 килограммов удостоился серебряной награды. Об итогах участия якутян в соревнованиях рассказали сегодня на пресс-конференции. Первенство среди школьников проходит один раз в два года, и на этих играх Россия была представлена впервые. В 10 весовых категориях сборная страны завоевала 6 золотых и 4 серебряные медали и стала победителем и обладателем большого кубка. На пресс-конференции присутствовал чемпион Александр Авелов с тренером Будимиром Яковлевым. Александр является бронзовым призером первенства России 2016 и 2017 годов. За успешное выступление от имени Федерации борьбы Республики Александру и его тренеру вручили сертификаты на сумму 100 и 25 тысяч рублей. Эти игры раз в два года проводится. Следующие игры через год, это в 2019 году будут проводиться. Ну, я оцениваю это соревнование как удачным, потому что вот из 10 весовых категорий сборная команда России завоевала 6 золотых и 4 серебряных медали. И оставив таких вот сильных команд, как Индия, и Франции, и Объединенные Арабские Эмираты.